Всем привет! На обзоре у нас сегодня точилочка, алмазная точилочка от Cold Steel. Здесь ее параметры. Значит, ребят, точилка совершенно небольшенького размера. Вот. Ну, то есть, вот так вот она лежит в руке. Я даже не буду брать линейку, показывать размеры. То есть, где-то носить с собой, как походную точилку, вообще элементарно. Можно разобрать ее. То есть, здесь пластик, две накладки на 360 грит и на 600 грит. То есть, как раз-таки будет нормально нож поправить и, точнее, подтащить и поправить. Это совершенно тупой какой-то старый вонючий нож, который еле-еле режет что-то. Вот. Вот, видите, он рвет, больше не режет. Значит, берем. Выставляем нужный нам угол. Кстати, вот эти вот секции для того, чтобы туда как бы закладывался абразив, который стачивается. Вот. Ну, частички металла, частички алмазного, вот это вот напыление. Я как-то делал одно видео про мусаты. И правил там прямо на видео один нож. И там какой-то написал мне, что на мусате так потащить невозможно, без кожи, без чего-то там еще, без какой-то, начал про физику что-то рассказывать. Извините меня, если у тебя руки растут из седалищного органа, то ну что ты поделаешь. Совершенно ровнее рез. Не рвет, а именно режет. То есть это к тому, что это старый какой-то не нож, а кусок говна, который был найден здесь в дачном умывальнике. Вот, точилка удобная. Точилку удобно носить с собой, можно, я сказал, выкрутить. И просто вот эту вот планочку носить с собой. Но я не думаю, что она столько занимает места, и столько вот эта вот рукоятка занимает место. Да, кстати, на рукоятку вот здесь вот можно, скажем, еще наклеить кожу, и кому нужно, на коже вообще очень нежно подправлять. Вот, если это вам, конечно же, нужно. Вот. Ну что, ребят, вот такая вот точилочка. На этом все. Всем спасибо за внимание, всем покедово. А мы продолжаем дальше поиск нормальных, хороших каких-то точилок, мусатов и так далее.